добренькое всем утречко. Я вот тут подъехал в парк, чтобы попробовать удочку новую перед работой. А тут сидит такой краснохвостый ястреб, ретел. Чего сидит? Вроде здоровый. Подпускает к себе так близко. Что-то там высматривает на земле. Это он там поймал что-то? Это он на охоте был, дорогие друзья. Посмотрите, что делает. Мышь, наверное, поймал. Интересно, никогда не видел такого, чтобы они так себя вели. И не уходит. Посмотрите, подпустил так близко. Эй, приятель. Ты чего? И не старые. Они когда стареют, у них совсем белеет, белеет грудь. Ну, таким образом природа говорит им о том, что пора заканчивать. Они становятся медленными, не могут охотиться. Ну давай, пошел. Вы на канале Крылья Нью-Джерси. Вот они вам были, Крылья Нью-Джерси. Самые те крылья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Классное видео вышло, да? Ну и распространите его по миру, но мир должен посмотреть на это все своими глазами. Так, жмите колокольчик. Он принесет удачу и вам, и мне.